У 5-летнего Саши Горбунова вот уже 2 месяца по вторникам и четвергам футбольный вечер. Его мама Анастасия увлечение сына поддерживает. Когда малышу было всего лишь 2 года, они вместе гоняли мяч во дворе. Сегодня семья Горбуновых мечтает, что когда-нибудь их сын заиграет в известном европейском клубе и за сборную команду России. Я была бы не против. У меня мама моя говорит, вот в Испанию поедем. Ну так, если. Я и загадывать не хочу, как пойдет, как у сына сложится, как у него будет душа к этому лежать. Поэтому он только начал, поэтому как пойдет. Индонезия, Казахстан и Россия. Только в нашей стране работает 83 футбольных школы юниор. Придумал и запустил международный футбольный бизнес-проект алтайский предприниматель Александр Семенцов. Первую школу открыл 2 года назад в Томске, потом Новосибирск, Москва. Этой весной франшиза юниора заработала и в Самаре. Из 3-летних малышей воспитывают будущих звезд мирового футбола по испанской и немецкой системам. Если в 6-7 лет приходит ребенок, 6-7 лет приходит в ДЮШ заниматься теми техническими аспектами, которые мог бы заниматься раньше, уже поздно, потому что видно даже по нашим детям, которые у нас 4-5-летние, они могут спокойно, 7-летние, которые только что к нам приходят на занятия, они их уже технически просто поставленный удар, пасы поставлены, полностью их обыгрывают. Тренеры юниора к занятиям с малышами подходят творчески, от простого к сложному, вместо монотонных повторяющихся движений постоянная игра. В группе у тренеров всего 8 человек. Это более эффективно, считают специалисты. В обычной спортшколе их 20. Надо развивать сильные стороны детей. У кого-то уже в 5 лет получается, например, бить повороты, да, хорошо. У кого-то получается комбинировать уже. Он понимает, что надо отдать пас человеку. Он сам не будет бить, он отдает акцент на передаче. Пока вместо многомиллионных контрактов и маек национальной сборной лучшие воспитанники спортшколы «Юниор» в конце тренировки получают свои призы – витаминки и наклейки в альбом с эмблемами любимых футбольных клубов. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.